Здравствуйте, всем доброго дня. Так, сейчас я проверю настройки. Отлично. Ура! Получилось. Так, здесь я буду. Угу, добрый день. Так, вот так. Да, тут немножечко в уголочке не видно будет, но тем не менее. А сегодня такой необычный эфир для меня. Я давненько не делала обзоры каталогов, но сейчас мы включились в такую движуху на Урале. Вот кажется, карантин, скучно, нечего делать, а у нас наоборот начался такой интенсивный период, что только успевай. Я даже подключила свой iPhone, потому что, к сожалению, как оказалось, на андроиде нет функции показа экрана и слайдов. Поэтому вернулась немножечко к старому телефону. Так, сегодня мой эфир посвящен акцентам каталога. Сегодня я расскажу о том, что выгодно купить в этом каталоге, о том, что новенького у нас интересного появилось. Естественно, весь каталог я охватить не могу. Привет, девочки! Я сделала вот только буквально закладки на самое интересное, самое, что, как мне кажется, вкусное, и покажу только вот только некоторые, вот прям буквально акценты, для того, чтобы не листать весь этот каталог, да, благо он сейчас у нас чуть-чуть короче, на 70 страниц, чем обычно, да, у кого-то каталог 70 страниц, а у нас вдруг каталог стал на 70 страниц меньше. Вот, первое, что я хочу, о чем я хочу рассказать о том, что у нас очередная новая коллекция. Вы уже, наверное, заметили. Если вы заметили, то вы поставьте, пожалуйста, плюсики, что каждый год у нас появляется новая морская коллекция. Это такой тренд, который не выходит из моды. Меняются какие-то акценты, меняются оттенки, да, которые доминируют. И тем не менее, морской тренд у нас каждый раз есть. Так, вот я очень хорошо помню коллекцию 17 года, помню прошлогоднюю морскую коллекцию, сейчас она у нас вот новенькая, вот такая красивая, я уже слайды не показала, вот, прям я без ума от нее, да, особенно от этого красного костюма и от платья, не знаю, сейчас я найду его тут или нет. Вот от этого платья, я, наверное, себе закажу, обязательно померю. Оно идет с вискозой, трикотажное вязаное, и вот обязательно его закажу, чтобы посмотреть, потому что это однозначно бомба. Итак, значит, следующее, что у нас интересно есть, мы готовимся к лету. У нас появляется новая серия шампуней с OF-фильтрами. Да, очень важно, чтобы у нас волосы не выгорали, чтобы они не пересушивались на солнце, и поэтому уход к волосам должен быть такой более адресный. Доносить именно те компоненты, которые необходимы. У нас была серия «Зима» в Интерке, да, в этой же серии «Эксперт». Теперь у нас летняя серия, это ограниченная коллекция. Если вы хотите ею попользоваться, знайте, что она не навсегда, поэтому берем сразу, пользуемся с удовольствием, скоро лето. Не забываем об этом. О чем нам еще напоминает компания, это о том, что у нас сейчас есть программа Faberlic Club, о ней почему-то многие забывают, но на самом деле она реально крутая, не только для нас, а для тех, кто работает в партнерстве с компанией, но и для простых покупателей. Почему? Если вы идете в магазин, например, закупаете что-то на какую-то сумму, то вам дают наклейки, и знакомая история. Какие-то наклейки заставляют собирать, и потом за эти наклейки вам нужно будет еще что-то докупить, заплатив тоже немалую сумму, там какие-то ножи, что там еще бывает, сковородки, да, ну, вот такая вот история. Здесь никаких наклеек собирать не надо, вот просто делайте минимальную закупку от 1000 рублей, да, в нашем каталоге на 1000 набрать, это прям смешно, я не знаю, как не набрать на 1000. Вот, и со следующей покупкой вы уже можете просто за рубль себе набирать подарки. Да, каждый раз можно либо копить баллы, либо тратить их сразу. То есть вы сами выбираете, какие подарки вам интересны. Я сейчас, например, коплю уже на Денос Космо. Мне осталось совсем чуть-чуть. Очень скоро я получу бесплатно абсолютно аппарат, который стоит 6000 рублей. И буду его тестировать с большим удовольствием. Еще одна новинка, на которую я очень хочу, чтобы вы обратили внимание, это корректоры.
я даже вот принесла свои корректоры, которые у меня были, потому что там у нас были тренинги и мастер-классы по визажу, и нас научили пользоваться этой незаменимой вещью в любой косметичке, как мне кажется, потому что она делает то, что не делает, например, тональный крем, он не предназначен, да, для того, чтобы полностью скорректировать все недостатки. Что взяла в подарок? А, маску у Дэна с Космо, супер. Я вот в следующем каталоге у меня уже заканчивается, 1200 баллов я набираю, и все, я уже ее получу. Так вот, возвращаясь к корректорам. Это у нас немножечко старенькая линейка, у меня еще был лиловый корректор. Нас научили ими пользоваться, они просто чудесны, потому что этот зеленый цвет, он не зеленый, он оливковый. И он может, вот здесь нам наш специалист Андреа Пеша рекомендует использовать этот корректор точечно, но на самом деле вот этот корректор можно, в принципе, наносить на все лицо, сочетая с тональным кремом, подтональный крем, либо если вам оливковый цвет кажется сильно интенсивным, можно смешать с CC-кремом, либо тональным кремом, получить более разбавленный оттенок. И это идеальная штука для девушек, которые склонны к красноте лица, да, вот это всегда проблема, они быстро краснеют. Да что там, девушки, я сама такая, да, я, если что-то случается, очень быстро краснею, у меня на лице прям появляются причины того же, что я там волнуюсь, например, да, или испытываю какой-то дискомфорт. Так вот, вот это вот можно носить не только точечно, но и на все лицо. На все лицо нам рекомендуют наносить розовый корректор, да, вот он слева, под тональник, для того, чтобы скрыть желтизну лица, придать ей здоровый оттенок. И лиловый корректор такого нежного оттенка нам рекомендуют для того, чтобы, да, тоже скорректировать неровный желтоватый цвет лица. Розовым, кстати, можно прятать пигментные пятна, то есть коричневость лица, такую песочность. Дальше, что интересного у нас еще есть? Я прямо остановилась на этом парфюме, потому что это мой фаворит, Пандор. Парфюмер у него Бертран Дю Шафур, это один из самых необычных парфюмеров, которые есть, например, да, на рынке парфюмеров, назовем это рынком парфюмеров известных. Он создает всегда очень необычные сочетания, очень необычные парфюмы, и Пандор прямо вот мой. Я прям в нем живу, раскрываюсь, мне очень нравится. Я его предпочитаю для зимы и лета, но, возможно, кто-то, кому-то уютно его использовать и для зимы, осени, кому-то использовать его удобнее будет весной, летом. Я, в принципе, могу и летний период, то есть прошлый, позапрошлый год я пользовалась миниатюрой Пандор, он у меня был в коллекции, когда мне хотелось, там, лето похолодало и хочется согреться, можно его использовать. Для тех, кто любит ноты посвежее, сейчас скидка на Валькирию, она стоит дешевле на 500 рублей, и мне кажется, хорошая вещь сэкономить 500 рублей на классном парфюме. Автор у него Оливье Кресп, кто знает, это создатель яблочек от Нино Риччи и еще нескольких прям хитовых ароматов на рынке VIP и премиум, и люкс, поэтому обратите внимание на этот аромат, он действительно дорогой и очень освежает весной. Еще на что я обращу внимание ваше, это серия Weekend. В этой серии сейчас со скидкой у нас идет. Как же себя переместить-то, чтобы видно было? Нет, не перемещается окошечко. Тут сверху масочка и снизу сыворотка, на нее сейчас акция. Набор стоит всего 699 рублей. Эта серия я пользовалась в прошлом году. Летом, при том, несмотря на то, что она такая, ну, как сказать, не сильно флюидная, там совсем не флюидные текстуры, но хотя гель, он легкий. Так вот, эту серию я очень рекомендую использовать именно для тех, у кого есть проблема пощипывания лица, либо вот какой-то дискомфорт, раздражение. Дело в том, что, как я поняла, что эта серия конкретно работает. Я в прошлом году делала марафон по маскам, летний период как раз, и использовала каждый день в течение 14 дней маску, каждый раз разную, каждый раз регулярно, то есть каждый день. И вот после этой серии, и я считаю, что конкретно ночная маска сработала очень классно, ни одна маска мне не вызвала никаких вообще дискомфортных ощущений. Даже сейчас я использую некоторые маски, которые пощипывают, я считаю это нормально, но тогда, в тот момент даже вот
такие вот масочки, которые склонны к пощипыванию, не вызвали у меня этих неприятных ощущений. Конечно, это заслуга этой серии. Она содержит термальную воду, она содержит уникальный комплекс B-циркадин, состоящий из натуральных компонентов. У него идеальная, прямо легкая цитрусовая душка, тоже состоящая из натуральных компонентов. Короче, если вы не знаете, какую серию выбрать, и у вас точно не самая жирная кожа, то, пожалуйста, вам однозначно можно использовать серию Weekend. Обязательная покупка, это просто must have, это вот этот скромно стоящий в уголочке спрей легендарной кислороды серии, у него обычная цена 179, сейчас может каждый положить в корзинку, его всего за 79 рублей, это цена со скидкой уже, она универсальна, она используется вместо тоника, под крем для дополнительного увлажнения, можно использовать на макияж в течение дня для увлажнения кожи в жару, и в том числе зимой, когда воздух в помещениях пересушен. Его можно использовать, когда вы получаете какие-то легкие ожоги. Моментально заживает. Можно еще 2-3 раза в день побрызгать, и больше неприятных ощущений не будет. Благодаря нашему уникальному комплексу легендарный кислород, кстати, который сейчас изучают активно в связи с эпидемией коронавируса. Почему? Потому что уникальный комплекс перфторуглеродов занимается переноской кислорода в тканях, а уже китайские коллеги в России тоже заметили, что коронавирус, он занимается не тем, что он меняет состав крови, убивая в ней эритроциты, переносчики крови. И, соответственно, многие ткани и органы страдают из-за недостатка кислорода, именно из-за того, что меняется состав крови. И сейчас серьезно занялись уже забытым многими препаратом перфторан, который как раз и занимается переноской кислорода. А это у нас, значит, патент на кожное применение этого перфторана. И вот эта вот штука реально классная. Все, кто ее пользует, кто ее попробовал, в дальнейшем ее также приобретают. Она универсальна, просто универсальна. Для тех, кто всегда хочет красивую ровную кожу, у нас есть серия «Эксперт». Это серия с сахарокислотами. Она также содержит молочные кислоты, фруктовые кислоты. Это пилинговая серия. То есть я уже давно поняла, что в салоны ходить не обязательно. Там действительно вы переплачиваете за то, что вам делают все ручками, делают все косметологи с высшим образованием. На самом деле уникальная замена данным процедурам есть. Это у нас серия ABC пилинг. Но она применима больше для не солнечного времени года. Это зима, осень и начало весны. Сейчас у нас активно солнышко. И у нас недавно, год назад, появилась серия всесезонного пилинга. Это серия Эксперт, которая заменяет как раз эту процедуру ABC пилинга. И она более безопасна на случай, если, например, у вас кожа склонна к пигментации летом и так далее. То есть мы сейчас обращаем внимание, что у нас серия с гликолевой кислотой, это ахокислоты, будет со скидкой. Наборчик будет из ночного лосьона и ночного крема, всего 199 рублей, если не ошибаюсь, у меня цены скрыты, я не вижу их. Вот так, обратите внимание, тем, кто пользовался АБЦ-пилингом и химическими пилингами, сейчас это тема. Кстати, по использованию, в среднем курс длится 2 месяца, потом поддерживающий ход 1-3 раза в неделю. Если у вас очень чувствительная кожа, то сокращаем до 1 месяца, затем поддерживающий ход 1-3 раза в неделю. И если очень жирная кожа и толстая, то можно использовать 3 месяца курс ежедневно. Курс как раз подразумевает ежедневное использование. И в дальнейшем поддерживающий ход 1-3 раза в неделю. Вот такая вот схема применения данного пилинга. На что еще прошу обратить внимание в этом каталоге, это любимая серия зубных паст Нуки. Она не содержит SLS, чего сейчас действительно многие боятся, да? Я в том числе, я не люблю СЛС ни в шампунях, нигде, ни в порошках, ни во всей домашней химии. И вот эта вот уникальная серия с 97% натурального состава можно даже детям использовать, если они, конечно, понравятся им вкусовые качества, потому что у меня ребенку вот какая-то паста утренняя, она свеженькая, она немножко мяту содержит, ей она не нравится, все остальные она использует. То есть можно ребенку, не беда. Еще один акцент, это серия Эксперт, это шампуни, они сейчас идут со скидкой.
Здесь мой любимчик. У меня нет перхоти, поэтому я не знаю, как работает шампунь с перхотью, хотя на него дико много отзывов. А я люблю серию «Эксперт для активатора роста волос и густоты волос», потому что, во-первых, он опять же не содержит SLS, и с другой стороны, не содержа вот этих вот жестких сульфатов, он хорошо вымывает кожу головы. После него волосы действительно становятся более упругими, это для моих тонких волос очень актуально, и густыми. И что еще мне нравится, его можно использовать на каждый день, да, в отличие от многих шампуней, которые приходится использовать не каждый день. Это касается именно профессиональных линеек. Да, Expert Pharma у нас это профессиональная линейка на линии космецевтики и косметики, фармацевтики и косметики, поэтому она так называется. Серия у нас для здоровья. Сейчас я объясню, какие у нас здесь акции. Здесь у нас три продукта с хорошими ценами. Это Aloe Balance, на него идет скидка. Он 399 обычно стоит, сейчас он 329. Скидка на него хорошая, я считаю. Сейчас мы его тоже пьем, потому что это тоже основа иммунитета. Алоэ вообще хорошо известно как хорошее заживляющее средство. Его можно использовать тем, у кого проблемы с желудком. Да, он так с иммунитетом. Алоэ вообще универсальный продукт. И как мы его используем? Мы его пьем с утра с водой. Там 1-2 ложки можно использовать, наливать. Хватает его где-то на 2 недельки. Ну, это на одного человека. Следующее, что сейчас и скидка, это Доброген Актив. Про коллаген и так все знают хорошо, что это уникальный продукт. И, кстати, несмотря на введение серии у нас Wellness, наши специалисты, диетологи рекомендуют, как бы не против того, что эти два продукта можно использовать одновременно. Доброген можно использовать, добавлять даже в наши коктейли. Можно в меньшей дозировке, потому что коллаген есть уже в Wellness серии, но он там содержится в профилактических дозах. А если нужно решить какую-то проблему, реально боли в позвоночнике, боли в суставах, я знаю, что это хорошо помогает, потому что коллаген это основа соединительной ткани, то можно использовать эти два продукта одновременно. Это важно. То есть не боимся использовать совместно с нашей серией Wellness коктейлем, наоборот, можно эти продукты сочетать. Еще один продукт, в котором содержится коллаген. Коллаген – это основа нашей красоты и здоровья. Это сейчас со скидкой у нас идет комплекс для ногтей. Он содержит также кальций и несколько растительных природных компонентов, которые заботятся о красоте ногтей. В принципе, можно пить данный комплекс и чередовать весь год. Ничего такого в этом нет. Ура! Наконец, долгожданная скидка на Neurodance. Теперь он так называется. Это Денос комплекс, который мы ждали очень долго. Он был у нас на пересертификации. И какое-то время он стоил 13 тысяч. Сейчас он идет 9999. И таких аппаратов в этом каталоге я заказала 2. Я очень ждала эту цену. Один мы однозначно отправляем родителям, потому что они тоже очень долго ждали этот универсальный аппарат. А второй оставлю на всякий случай, потому что я очень переживаю, вдруг что-то случится с нашим, как мы будем без него жить. Потому что это наш помощник, куда бы мы ни уезжали, он везде с нами. Он борется с любыми болями, он только начался насморк, мы сразу его ребенку. Наш ребенок знает, как включить этот аппарат, настроить нужную частоту, как включить детского доктора. И настолько он безопасен и настолько эффективен, что в последнее время, вот уже года 2-3, сколько мы пользуемся, я уже, честно говоря, забыла, без него никак. Так, следующее, что у нас есть, это я обращу внимание только на новинки серии Дом Фаберлик, потому что все и так прекрасно знают эту серию, скорее всего, и так знают, насколько она у нас классная, эффективная. Я обращаю внимание на новинки в кондиционерах, это абсолютно 3 новых аромата. Сейчас я прочитаю, как они называются, потому что те, которые 2-3, которые у нас появились, реально с классными ароматами, они как будто более сложные. Вы знаете, как парфюмерная композиция бывает простая, в которой там 1-2 ноты, да, и альфакторная пирамида, она не так раскрывается в 3 этапа. Бывают ароматы, которые реально, да, верхние ноты, потом сердце аромата раскрывается, потом шлейф. Так вот, я бы кондиционер это сравнила именно с таким же, да, эффектом, потому что слышишь, и первые какие-то ноты, они потом прислушиваешься, там какие-то другие более сложные ноты. В общем, эти кондиционеры мне понравились. У нас сейчас появился новый аромат, это розовый бархат.
Это аромат восточный пион и аромат золотая органа. Вот, будем ждать. Я примерно даже представляю, да, что, естественно, розовый более свеженький. Вот этот будет более терпкий, насыщенный. Самый терпкий из них, мне кажется, будет золотой. Это вот как с пундором. В принципе, сейчас, да, по цветам даже можно определить, когда уже какое-то время работаешь с ароматами, визуально уже срабатывает у тебя представление, что за это аромат. И последняя новинка, о которой я просто не могу не сказать, это книги. У нас появились книги. Компания все делает для нашего саморазвития. И, знаете, конечно, я могу как бы согласиться с теми скептиками, кто говорит, я найду это где-нибудь дешевле. Спасибо, да, Любовь, я еще не приобрела этот кондиционер. У меня вот как бы 3 или 4 кондиционера еще лежит на полочках, потому что я в раз могу приобрести несколько и пользоваться по настроению в начале одной, в начале другой серии. И поэтому у меня еще новые кондиционеры стоят, 2, которые у нас появились. Я к ним еще даже не приступила, поэтому я еще даже не успела приобрести вот те, которые у нас в этом каталоге появились. Так вот, возвращаясь к книгам. Да, может быть, я, кстати, даже не гуглила, я не смотрела, сколько стоят конкретно эти издания в интернете. Но вот книжка «Ответ», да, в хорошем качестве, она точно стоит где-то в этой же области. 350 рублей, где-то даже видела дороже. Около 500 рублей стоят некоторые издания, другие я даже не смотрела. Так вот, скептики могут сказать, где-то можно купить дешевле. Но в чем для меня ценность? В том, что каждая книжка, во-первых, я не взяла эту книжку, они же у меня тоже куплены, все серии, не подготовила их к эфиру. Так вот, кто-то может сказать, что эти книжки можно приобрести дешевле, но на самом деле в них ценность вся та, что это лимитированная коллекция в одном стиле, которая будет шикарно смотреться на полочках. Мы знаем, что если мы приобретаем книги из разных серий, то они как бы не так гармонично смотрятся на полочке, а так это не просто пища для ума, это еще элемент интерьера и декора. Поэтому эти книжки, всю серию я приобрела, и не приобрела только «Ответ». Я так подумала, ну 7 это красивое число, книжка «Ответ» у меня и так есть в хорошем издании. Будет просто идеально дополнять нашу библиотеку и красиво смотреться на полочке в интерьере. Поэтому вот прям лайк этой серии. Если кто не успел, приобретайте. Серия замечательная, серия классная. Книжки там действительно... Я уже начала читать книгу «Проект счастья». Прям про меня. Я прям узнаю в главной героине, в повествователе, в авторе книжки себя по многим показателям. И она прям рефлексирует во мне. Мне очень нравится. Вот это все, весь мой акцент каталога, который я хотела сегодня рассказать. Я думаю, что много информации, может быть, вам показалось полезным. Я, естественно, с своей точки зрения это все интерпретировала. И обязательно делайте заказ в этом периоде, потому что каталог у нас действительно классный. Следующий будет тоже такой же классный, у нас там тоже много новинок. Всем желаю хорошего дня. Завтра уже у нас начинаются майские праздники. Завтра начинается у нас уже, можно сказать, неофициальное лето. Я так считаю, всегда май считала уже половину лета. Поэтому всем хорошего настроения, всем бодрого настроения. Пусть у вас все будет замечательно. И всем до новых встреч в прямых эфирах. Пока!